Когда звонок сродни святыни, когда запреты аморальны, невероятно и реально течет река среди пустыни. Любовь на середине жизни. В середине жизни, на середине жизни. Сбылись мечты о платье белом, Наполеоны пишут мелом на песке. В такой тоске, в такой неистовой тоске, на полчаса, порою денной, когда вокруг все гнезда свиты, она придет, починит свитер, она помирит со вселенной. Любовь на середине жизни. Жизни. И вот минутам стало тесно, и наперед уже известно, что сирень, одна сирень на подоконник бросит тень. Она обидных слов не бросит, она заранее прощает и ничего не обещает. Тихонько удар себя приносит. Любовь на середине жизни. Слов не бросит, она заранее прощает и ничего не обещает. Тихонько в дар себя приносит. Любовь на середине жизни. На середине жизни.
Спасибо, друзья. Вы заставили сегодня пережить целый ряд совершенно противоположных ощущений. От полной романтической расслабленности до напряжения, как перед началом гражданской войны. Такова жизнь. Так точно. Как будто бы целый год от зимы и снова до зимы прошел. Спасибо за хорошую компанию. Да. Спасибо вам. Михаил Новицкий, Валерий Рохворк, Роман Мурашко, Олег Эйвеленко, Андрей Хомяков. Оркестр «Зеленой волны». В прямом эфире канала «Теледом». Фонограммы нет, не было и быть не может. Каждую пятницу. Встретимся ровно через неделю.